Всем привет, с вами Робот Лев, и мы продолжаем проходить Devil May Cry 4, и у Папы Римского, видимо, все еще кул во лбу. Ну и я в прошлой серии обещал новый интересный тип врагов, и он появится очень скоро, вот прям после этого Аджидикейтора, который уже на S, наверное. Да, эта камбуха очень классная и мне нравится. Но теперь можно эти штуки использовать. На! Ну да, за Данте Аджидикейтеры они все-таки немного полегче будут. Потому что у него несколько пушек, несколько стилей. Ага, два S надо. Ну ладно. Я и 2S могу. Вот и все. Ага, сеньор. Чудесно, осталось 3 ячейки. А вроде бы с другой стороны пройти нельзя. Потому что нужно пройти с этой. Потому что здесь арена. Ну, привет. Да, мощный, мощный. Это Блиц, и, как вы видите, он телепортируется, но самое главное, он отражает весь милишный урон, который вы ему наносите. То есть он не дамажится и вместо этого доважит вас. Естественно, его нужно сначала бить огнестрелом, чтобы сбить ему этот чит. На! Естественно, он очень непредсказуемый. Ауч! Блин, Дай мне сделать удар. Отлично. Ну и щит он себя восстанавливает. И он любит вот такую фигню делать. Он может пытаться вас заграбить здесь. И здесь очень важно иметь ДТ. Либо просто от него уворачиваться. Возможно, стрелять в него. Да, он просто пытается грабить. Если он вас заграбит, то он будет делать вот такую вот фигню. Это очень сильно дамажит. И он потом суицидуется. Но с помощью ДТ этого можно избежать. Также я так думаю, чем больше у него ХП, тем дольше он это делает. И стрелять в него все-таки нужно. Это что такое? Здесь этого не было. Какого фига? Что-то прям совсем все плохо. Боссы, конечно, разбушевались здесь. Так, и теперь надо вспоминать, куда мне тут идти. Сюда? Ну, здесь нет никого. Так что хрен его знает. Наверное, я просто все порушу. Но нижний этаж закрыт, так что туда не пройти. Видимо, сюда. Да блин, всеми ударами промазал. Естественно, с теми штуками ничего нельзя сделать, потому что нет руки и нет предмета, который позволяет с ними делать фигню. А вот здесь оно... Да, и рука не показывает, где секретки, блин. Да, работай! Платформинг в Devil May Cry, пожалуйста, работай хоть иногда. Окей. Две секретки? Или я наркоман? Возможно, я наркоман. А возможно, две секретки, но мне кажется, они, если были, то рядом. Окей. Видимо, я наркоман. Кто бы мог подумать. О, привет, ребята! Мои любимые враги.
На! Так, Алта, ты что там творишь? Да не на тебя я хотел залочиться, а вот на твоего друга. Опусти щит. Хорош, только что-то не получилось. Да блин. Окей, и так сойдет. Я не знаю, что произошло. Ага, пропустил. Так, нет, это плохая идея. Ух ты. Сквозь щит его убил. А, почти. Возможно, пушками нельзя это отражать. Нет. Нет. Так, что вы там творите? Идите сюда. Дайте мне запрыгнуть наверх. Чтобы снова спрыгнуть. Все идет по плану. На! Получай. Да заряженные удары, если их все-таки провести, довольно прикольные. Нет, ауч. Получай. Упс. Ну, на самом деле он не сильно так замедляет, если промахнуться. Ах, да, тут можно еще ведь это... Просто уворачиваться, если не держать удар. Это назад плюс атака. Так, а этого тут не было. Да, вот назад плюс атака, это такой прыжок. И недостингер. Поехали! Бесполезные орбы. Так, здесь секретная миссия, которая я, как обычно, не помню, в чем заключается. Оу, не получив урона и не попав в плен. Да, да, конечно. Угу. Прям после платформинга приду сюда. Ага, первый этаж. Чудеса. На. Но тут заблудиться довольно сложно. Вроде как. Потому что все перегорожено. И только один путь есть. Заблудиться вроде можно в первой части. Я ее полностью не проходил. Но там именно такой открытый левел дизайн. И нужно помнить, куда идти. Примерно как в третьей, на самом деле. Так, и здесь что? Кто-нибудь будет? Да. Ну, привет. Так, это не совсем то, что я хотел сделать, ну ладно. Что, порезался? Так, оп. Ага! Так, ну-ка, может я на вас протащу, Royal Guard? Давай, иди сюда. Упс. Если неправильно заблочить, то тратится немного хп. Ну, что вы творите? Ага! Блин. Если правильно блочить, то вот та небольшая желтая полоска... Так, вас что-то слишком много тут, ребят. Она заполняется и используется, если контратаковать. И увеличивает урон. Так, ты что там творишь? Я думал, лучше убить большого, чтобы на маленьких протестить Royal Guard. Кстати, на них вроде, да, более-менее нормально работает эта штука, потому что они большие. Но опять же, вот я больше двух раз не могу сделать. Ага, три. И после смерти падает эта штука. Нужно быть очень осторожным. Ну давай. Ага. Упс, не заметил второго. Да-да-да, смешно. А. Давай. Да блин, я не вижу второго. Короче, кто-то из вас должен умереть. Вон ты должен умереть. Хорошо, а ты вставай. Ты-то кто вообще? Блин, я не тот стиль выбрал. Как обычно. Все, тебе хана, парень. Тебя я тем более не умею парировать. Так, ты отстань, ты должен выжить. Ты нужен мне живым, понял?
А эти чуваки, им тут не место. На. Раз. Два. Отлично. Так, не надо. Все. Время экспериментов. Ради науки. Ты что, получишь, что ли? Ага. Так, теперь... Контратака, давай. Да-да-да. Контратаковать получается больше урона, если это во время атаки. Как с блоком. Ну, это вроде не вышло. Но все равно. Короче, вот вам Royal Guard в моих кривых руках. Естественно, если уметь... парировать, то, по сути, все атаки в игре можно парировать. Без урона и получать еще заряды для супермощных ударов. Так, привет. Здесь ничего нет. И все. Royal Guard на полочку. И больше мы его... Блин, не та кнопка. Больше мы его никогда не увидим. На! Но, возможно, мы увидим S... в этой миссии. На что я надеюсь. Но надежда у меня небольшая. Ну, привет, ребята. Кто здесь будет? Ага, Фросты. Нет. Некоторые атаки довольно сложно канцелить. Например, спам. Поэтому с ними надо быть осторожней. Получай ногами. Ха-ха, попался. Ну вот, по сути, всех врагов, на которых я использовал эту штуку, оно ваншотит. Ну что-то на вас тут, это, много, ребят, вам не кажется? Затанковал. Ага, так. А у меня тоже такая атака есть. На, смотри. Без льда, правда? Но все равно. Так, твой щит тебе не нужен. Убирай его. Ауч. Да, хватит. Получайте. Да, еще таунт нужен в конце. И тут, естественно, Нейра все обрушил. И надо прыгать. К счастью, фигня, которая позволяет нам прыгать на этих штуках, у нас имеется. Потому что Нера, как истинный наркоман, ее оставил там, в этом, в штабе. А если полностью попасть, то она заряжает? Или я полностью попал? Может вернуться по этим по красным и собрать орбы. Но мне что-то лень. Но оценку я хочу хорошую, да. А можно прилететь сюда. И пройти дальше. Так, а это что за комната? А, вспомнил. Тут вроде блиц. И эти чуваки. Раз. Два. Прикольно, да. Классный удар. Так, ты чё пришел сюда? Иди нафиг. Нафиг иди. Ты вообще кто? Ну давай, блок. Блочь, блочь. На. А вот и блиц пришел. Блиц будет их атаковать. Но... не надо на это рассчитывать. Так, надо еще вот эту вот фигню сломать. Нет! Нифига себе, хит-стоп у тебя. Че ты орешь? На! Можно с пистолета его, конечно, сбивать. Но мне кажется, с дробовика получше. Так. Дай. Блин, серьезно, он совсем немного. Отошел и все, не хватило. На.
О, началось, началось. А ДТ у меня нет. Все, мне хана. А, он еще вот это может сделать. Он и желтым это может сделать. Но красным это, естественно, опаснее. Хотя это безопаснее, чем граб. Ну сейчас он еще и граб сделает. А не, он просто взорвется. Кстати, его взрыв можно зароилгардить. И получить неплохую оценку. Так, и здесь? Здесь ничего нет, я здесь и забрал. Не, ну там это, секретная миссия была. Но я не помню, я ее выполнил или нет. Здесь еще под мостом есть одна. И куча этой штуки. И теперь конь. И все. Отлично, покупать ничего не нужно. ХП даже полное. И поехали. Данте, как обычно. Это на самом деле другой босс, потому что первого Неро убил. Это один из его братьев. Но работает он, по сути, точно так же, как предыдущий. И его можно застанить, если успеть ему лед на лобешнике. И против него хорошо работает джамп-канцелинг. И, естественно, он любит делать вот такую фигню. Я на самом деле не уверен, как с этими разбираться за Данте. Видимо, так. Так. Или камбухой. Ну-ка, может даже... Нет. Нет, говорю. Я ведь сказал нет. ДТ, ДТ. Окей. Получай. Нет, говорю. Ты что, меня не слышишь, что ли? Когда я говорю нет, это значит, что не надо меня бить. А когда я говорю да, это значит, что мне понравилось, как я тебя бью. Вот и все, весь словарь. Отлично. Так. Поехали. Ну, это без ДТ. Да, вот это без ДТ. Вы можете представить, как будет с ДТ. Нет. Окей, он меня схватил. Я сломаю тебе ловешник, иди сюда. Бесплатно. Че, еще раз сломать? Блин. Не та. Не та кнопка. Блин. Иди нафиг. Ладно, джамп-канцелингом. Во, на него неплохо работает. Нет. Прыжком его убил. Ну давай. Ха, дальнобойное оружие. Чемодан.
Класс. Ну, здорово всем. Это такой мод на кучу боссов? Опа! Поехали! Ты не туда стреляешь. Не, ну это слишком. То есть для Devil May Cry в самый раз. Так, закрой. Закрой его. Удачно мы провалились. В скобочках нет. Пандора очень интересная фигня, которую мы будем изучать в следующей серии. А пока что пора валить. Опа, а вот это мне нравится. С. А. Б. Тоже саб. Ха! Орбы не имеют здесь власти. Отлично. Ну, а пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.